Подгони сюда. Ложи его. Прям туда, на ту сторону. Еще надо сделать. Ох, нифига себе, у тебя тут загнуто. Придется его спускать. А что, надо ладить? Ну, во-первых, надо провернуть. Почему у вас такие легкие воздушники ложат? Потому что это гидравлик. Покатаемся. Возле какой? Ну, возле, ну, в основном возле дачи. Угу. Всяких разных. Вот тут? Да. Сейчас. Возле дачи. А что, есть коты? Не, можем бахнуть. Thank you.
А где они там отстали? Да мы тут не отстали, мы едем. Давайте вперед. Настя опять стала отсталой. Надо ей делать велосипед свой. Что, трудно едет? А? Трудно едет, да? Катит? Да? Трудно катит, да? Ну, катит. Мне кажется, легче, да. Да не, легче. Я проехала лужу. Куда? Прямо, лево, право? Прямо. Прямо. Вот сейчас смотрите, вот так надо ездить тут. А зачем так, если можно вот так? Он, например, поехал. Если можно. Там может быть много грязи, ты можешь там просто это застрять. Забуксовать. Я вас вижу вот сейчас. Мне нормально. Ну, по-моему, легче стало ехать. Лучше, да? Да, легче. Ну, потому что накат появился. Накат. Сейчас прямо хорош... до конца и в бок, да? Ну, не знаю, там где-то есть трасса. А ты про бетонку говоришь? Вон, бетонка, да. Чего, все на гильзу меня пропускаете? Да. Правильно едешь. Даня, нельзя тут проехать по улице? Нет. Тут и грязь. Давайте здесь вот сейчас до конца. А, это уже конец, да? Да, там дальше еще дача. А не, мы сейчас разворачиваемся и едем. Нет, там проехать можно и с другой стороны на бетонку выехать. Там можно на бетонку выехать. Поехали прямо. О, не будем заворачивать, это мне мама не будет. У меня скорость стала больше. Вообще легче прям стало, нет. По бетонке, наверное. Наверное, по бетонке. Что дальше? Куда дальше? По бетонке? Я сказала, что дальше по бетонке. А куда? На трассе? Мы не знаем, но можно по трассе, да. А там грязь, я что-то не хочу там. А там, наверное, да, там грязь. Да, там грязь. Это... Ну, это очень а грязь. Мы поедем там, где я, ну, в конце зимы. Срежем. Вон сюда. Вот сюда заворачиваем, да? Там вот до конца едь. Гоняют дети. Куда? Прямо, прямо. Прямо? А потом завернем оттуда. Вот там на трассу.
может, это по трассе? Бабони! Там уже трасса. Он тут останавливает. Здесь есть проезд полюса. Я перекур делаю. Я перекур делаю и едем вот так вот. Поселок. Накурите. Да. Разворачивайте. И потом туда поедем и завернем. Ну, сейчас вот тут по дороге поселок зарыли. Ой. Осторожней. Ты куда же не зарулила сюда? Я бы там уже упала. Нет, в другой, вон там. Туда дальше, дальше нам надо. А вы до сих пор видео записываете? Да, вот сейчас я запишу. Давайте вперед, чтобы у вас были. А сколько примерно камера стоит? Ну такая, не знаю. Сейчас ну, такой... Это GoPro просто. Сейчас, да, это GoPro, но она старая GoPro. Ага. Сейчас такие не выпускают. Сейчас десятки, девятки, а у меня тройка. О, нифига себе. Она под водой может быть? Она может в боксе. Специальный бокс есть. Есть специальный бокс. И вот, вот, кстати, он в нем. Но он у меня уже дырявый. И там он на резинке, я уже это его сломал. Ну а вы под водой смотрели что-нибудь? Не, никогда не снимал. Под водой? Ага. Ну, с 14-го года. Кого? 14-го. 14-го. Да у меня 14 только... А вы когда ударяли за эти... А? 8 лет. Получается, по идее, да. У меня только 3 годика было. А вы удаляли свой канал? Ой, нет. Нет. Ну я начал выкладывать туда поздно. Вот последний-то это поздновато я начал выкладывать. И за 14-15 год видео у меня утеряно. Те жесткие диски, на чем они хранились, они просто вирус их поел. Так бы посмотрели старые видео. Вот тогда самое такое движение в Магадане было. Ну, самое активное. Там много у нас народу было. Это в Магадане. До 2020-го жил. А вы здесь? Нет, я не здесь. А где? Ну, туда дальше, на Чукотке. Когда на дороге едете толпой, старайтесь не очень вот так вот вилять на дороге. Потому что вы будете друг другу создавать мешать, да, помехи, да. Ты куда поехал? Кататься еще. Мы еще катаемся. Вы почти целыми днями, получается, снимаете видео на велосипеде? Ну, когда катаю, да. Вот и завтра мы с вами покатаемся. Вы с 8 утра катаетесь? Нет. Вот сегодня я только часа
где-то в час или во втором часу только проснулся. Ну да. Я потому что... Ну вы, короче, как я, да, любите поспать? Нет, я не любитель. Привет, поспать. Ира. Привет, Захар. И это... Я подолгу не сплю, я вообще мало сплю. Да, 4-3 часа мне хватит выспаться. Блин. Ого, эта машина тебя тут езжает, что ли? Она сейчас в бок поедет. Неужели эту дорогу начали делать? Нет, нет, там труп. Давай сюда поедем. Вниз, вас вон же Миление надо домой. Песни поешь? А? Песни поешь? А дай просто. Когда велосипед трясет, можно и паукать, акать, укать. О! Как она без рук может, а я не умею. Без рук опасненько. У тебя тормоза хорошо работают? А? Нет. А. Они у меня уже стали. Он мне этот велик с 2019 года. А где они? А, они вниз поехали. А ты это где живешь? Я ну чуть дальше этого дома. А? Я чуть дальше этого дома. Там дальше лестница. А, вот туда? Дом. Да, синий, и около леса уже я живу. А я не знаю, куда они поехали. Когда они гонятся всей дури, их потерять можно. Ага. Что-то вы куда-то проехали. Миление же надо туда. Куда мы едем? Куда хотим? Поехали вниз, так? В сквер поедем. Я вот минуту пытаюсь чистить, а сейчас я чистить хочу. А что ты, давай вниз. А сейчас вниз ты и пройду. Ты молодец какая. Так, Милена где-то
стало. Что-то сильно отстало. О, никто не прыгает, да? Прыгает. Мы на велосипедах. И детей не видно. Да там вон подростки сидят в трубе. Ну, если можно, в трубе, да? Да. Наверное. Пойдем в трубу, пойдем в трубу. Пошли. Здравствуйте, а можно скатиться? А ты кто? Ну можно скачусь? О, алло. Они там где-то трубе взять. Ну можно мы скатимся? А нам пофиг, мы скатимся. Один разочек. Что, вы уже там, что не? Качельки покачаемся. Давай, поехали. Весело. Вот это да, вот это она огромная. Да, катаюсь на это. Целый пятиэтажный дом. Знаешь, как на ней кататься? Берешь вот так вот, отталкиваешься. Ну, давайте, подождите. Жека, качай. Нет, я с вами. Ну ладно. А где Женька? Ух, тихо, держись. Я здесь. Все, хватит. А все тут. Да все, хватит. Мальчик. Ой, что-то у меня голова закружилась. Ой, останавливать. Ё, поехали. Если кружится в другую сторону, можно. Стой, отойдите. Отойдите. А я хочу узнать, что я кружусь. Сейчас. Yes! Ой. Не, нормально. Когда детей нету, особо много, можно и покататься. Ой, как теперь остановиться? Милана, потихо, слишком.
никого. Ты же не лох. По Милану бы тихал. Ой, ой, ой. А кто-то сумку свою забыл, смотри. Это моя сумка. А, это твоя? Как на ней крутиться? Вот так встаешь и крутишься. Ты так встаешь, сталкиваешься и крутишься. Делай вот так. Ну, можно сесть. Не стой на эту лямку. Один раз. Вот так садишься и крутишься. Вот там еще спортплощадка есть. Классно. Вот сюда. Тебе домой уже надо? Настя! Поехали, проводим и... Ну, нам уже 7 часов домой. А, ну все тогда. О май гад, извините. Да не за что. Все, едем, приезжаешь? А вы все в одном доме живете, да? Нет, вот мы с ней, да. А Женя немножко подальше. Женя чуть подальше. Нет, ну, чуть поближе, если чуть поближе. Ну, да. Чуть поближе, если мы как вот там. Поехали. Здесь. О, завтра тоже будет жарко. Тихо. Да, сейчас здесь. Ну, потому что видишь, не поражено. Да, завтра будет жарче, чем сегодня. Ну. А, знаешь, это новенькая. Кого? Новенькая. Я когда съезжала с этой горки... А можете фонарик включить? Как вы, блядь, рулите, а? Съезжала, и что? Милан! А? Съезжала, и что? Я видела, как идет парочка с собакой, шпицем. Он такой, оп-оп, тяпкой, тяпкой. И потом начинает играть с рулеткой. Ой, рулетка, это же вода. Отдохнем. Ты, кстати, это как-нибудь меня можешь этого ждать, я его немножко подрегулирую, чтобы нормально катать на нем. Ой. Мне больше тяжело, я устаю. Да я вижу. Это у вас фонарик? Я помню, дядька его спросил, кто рулит. Да, фонарик. Я
очень много. Лайков? О, не знаю, я не считаю. А выключите. А какую вы включаете? А у вас ремень, кстати, светится. А? Ремень у вас светится. Как это какой? Должно быть? Сейчас записываете, да? Да. Ну, сейчас плохо будет видно. Ну, поехали, мы вас проводим. Не, я вас провожу. Да не, мы вас проводим. Все равно нам в дворечке прикольно. Да. Тем более мы обещали. Ну, ладно, ты будешь провожать? Да. Ну, вот. Все, мы все согласны. Тем более, как я буду открывать этот гараж, в котором блин. В которой я стану смотреть, если ты не сколько у нас. Как вы собираетесь? Вон там. Мы на вас провожаем. А, ну поехали. О, по домам едем. Я устала. А можно тут? Тут короче. Ну да, тут короче. Ну поехали так. Вот там горку большой. Ну зато потом скатиться можно. Я целую гору, почти целую гору. Вот это. Ну тут ехала, тут из этого. Было вообще так, не едешь себе спокойно? Гуфыч! Давайте, Гуф! Ух! Кого-то домой загоняет, да? Детей. Ну, я что и говорю. Я вот. Ну все, сейчас вот так вот поедем, я вас провожу. Не, сейчас. Мы вас проводим. Да зачем мы мне? Не, мы вас проводим. Я еще их провожать до буду. До отеля отвезти, самое минимальное. Тут вот это еще горочка. Я все равно потом их провожать буду. Я могу вам предложить или до отеля, или до дома. Давайте до отеля. До дома. Давайте до магазина до этого. Пилоты? Софии? До 29-го квартала. До Софии. До ветерана. Давайте. Да. Не, я хочу до дома, я до дома буду. До ветерана проводим. До дома. До ветерана, где есть. Что, накатался? Да, все домой. Пошли в Сбербанк. А я все уезжал. Куда ты? Пошли в Сбербанк. Домой. Сбербанк. Погнали. А у тебя ключи есть от дома? А домой есть у тебя ключи? Ну давайте поехали. Мы вас до ветерана проводим, это и есть София. Я до дома. Ну ладно. Егор, чтобы у тебя ключи были у тебя. Да я назад пойдем, поговорим. Это для Софии. Это дети по 13 лет. Гринку знаю. Надо перебираться.
даже до крючков не сошел. Некоторые в гараж, некоторые на помойку. Я не могу тут нормально дверь поставить. Из этого плюшки, аргамак, вот этих вот всех. Нормально у тебя велик ставится. Если у меня нормально велик ставится. Ой. У тебя нормально велик. Нет, у меня велосипед нет. Я приняла. Я бы поспать. Ты только накачай эти колеса сегодня. Хорошо. Или завтра. Что, до свидания? Ладно, вам покажу. Покажи. Только чтобы я потом твою маму не звонила, что где ты. Окей. Это тебе уже звонит. Мама, наверное. Ну все, спасибо, Жека. Угу. Все, тебя уже домой зовут, да? Да. До свидания. До свидания. Удачи. Ага. И тебе так же. Так вот с детьми покатал. Кое-что им рассказал. Полезное. Ладно, пока всем.